Жилетка Рекс. Уже слегка потертая. Борта потертые, кармашки у нас тоже. Немножко мы их почистим здесь, отремонтируем потертости. Размер у нас сейчас где-то 46 в жилете. Нам надо сделать 46-48, нам надо сделать где-то 56. То есть мы сделаем вставки. Замша серого подобрали сюда. Естественно, заменим подклад, уберем эти резинки. Уберем все потертости. Ну и будет совершенно по-новому, по-свежему смотреться. Естественно, мы сделаем чистку. Мех будет смотреться посвежее у нас. Ну, здесь уже в воротничковой зоне подклад пожелтел. Ну, конечно, подклад придется менять, потому что не выпаришь эти резинки. Резинки-то можно выпарать, дырки будут. Вид будет непрезентабельным. И вот наш готовый увеличенный жилет. Вот так он выглядит сейчас, без резинок. Конечно, уже на другую фигуру. Мы здесь заложили выточку. Большую грудь, то есть мы потянули, она свободненькая. Убрали потертости на проймах, почистили. Обошлись мы без замшевого бочка, так как нам хватило распустить резинки, убрать там потертости под ними. И еще плюс немножко дотянуть, ну, жировками-растяжителями. И вот мы четко влезли в размер, еще у нас, естественно, свобода для носки осталась. Поставили новую подкладочку натуральную. Итальянская, хорошая подклада, хорошего качества. Естественно, потому что та уже у нас не становилась на такой размер. Кому понравилась наша работа, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.